Казалось бы, совсем недавно IT-лицей впервые открыл свои двери. Ни много ни мало прошло 4 года, и вот уже в его стенах прозвенел последний звонок. Праздник открылся парадом выпускников. Именно их искренне поздравило руководство Казанского университета во главе с ректором. Все, кому не лень, будут обсуждать, а что же получилось в результате вот формирования первого лицея при интерната, лицея-интерната при высшем учебном заведении. Это сейчас эта практика начала распространяться и на КАИ, и на КХТИ, и на другие вузы. А тогда мы были первыми. И вот сегодняшние выпускники, они тоже первые, и вас, ребята, будут так и помнить, как первый выпуск лицея Федерального Казанского университета. Всегда помнят первых, вас будут помнить как родоначальников, как людей, которые создавали общую культуру. Стать первым выпуском такого учебного заведения, как IT-лицей, это не только большое событие в жизни каждого лицеиста, но и колоссальная ответственность. Каждому из них предстоит поступить в вузы, осуществить амбициозные замыслы и, конечно же, оправдать высокую репутацию лицея. Первый выпуск мы лицо IT-лицея, и поэтому мы должны его показать с лучшей стороны, показать все свои самые хорошие качества, чтобы оправдать надежды тех, кто его создавал. Планы после IT-лицея грандиозны, но, скорее всего, останусь в КФУ, в Татарстане, так как IT-лицей КФУ, все-таки он дал это образование, поэтому охота отдать некую дань ему. Настроение весьма хорошее, потому что, ну, это первый выпуск, можно сказать, как сказал наш директор, прям цитата, мы будем творить историю, поэтому очень рад, что вот именно это мы. Не обошлось и без творчества. Для виновников торжества выступили талантливые танцевальные коллективы лицея и даже те, кто участвовал в проекте «Голос». Торжественный концерт в честь последнего звонка никого не оставил равнодушным. Активисты не только поздравляли школьных друзей, но и напутствовали их на удачную сдачу единого госэкзамена. И это неудивительно, ведь уже все подразделения Казанского федерального университета ждут в своих стенах новые таланты в лицах выпускников IT-лицея. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.